спортсмене, который стал четвертым на бостонском первенстве планеты. Это Михаил Коляда, у которого еще сохраняются шансы на попадание в финал Гран-при. Нужно всего-то обыграть Ханю и остальных делов. Итак, Михаил Коляда. Прошлогодней короткой программой Михаил Коляда на японском этапе, не сказать, чтобы справился безупречно. Четверной тулуп спортсмену не покорился, потом было получше. С акселем 3,5 оборота и с каскадом из тройного лутца. И, к сожалению, только двойного тулупа. И, конечно, предельных баллов ожидать не приходится. Как следствие, я думаю, что уже сейчас можно говорить практически как о решенном деле, что в Марселе наших мужчин не будет, к сожалению, в финале в одиночном соревновании. Но это не значит, что этот марсельский финал окажется менее интересным, чем при российских спортсменах. Да, конечно, может быть, нам не придется отчаянно за кого-то переживать, но не забывайте, что там будет много других наших спортсменов, в том числе и спортсменов среди юниоров. В парах так там и вовсе все хорошо. Ну, а этот год, как нередко бывает, пусть Коляда уже не совсем юниор, прямо скажем, парнишка-то взрослый, но все-таки... все-таки на таком уровне катается лишь второй год. Второй год он, как правило, сложнее первого, и это подтверждалось уже многократными утверждениями. Великолепный тройной аксель на плюс 2. Арбитры были практически единодушны. Во всяком случае, в зачет идет именно плюс 2 за это исполнение акселя в 3,5 оборота. Ну и, конечно, каскад 3-3-то надо исполнять в любом состоянии. Мы все же не американцы какие-нибудь, которые могут себе позволить и 3-2 порой прыгнуть. Хороший лутц, но, к сожалению, вот только 2 оборота. В тулупе немножко обидно. Не добрал там 3-4 баллов Михаил за этот каскад. Как следствие, сумма за короткую программу будет непредельно высокой, если еще и на тулупе посмотреть ошибочку. В общем, тулуп еще тройной. Ну, в общем, как-то да, как-то грустно.
Не этого, определенно не этого мы хотели увидеть от Михаила Калиды, но, впрочем, впереди еще произвольная программа, и вполне можно побороться с соперниками. Соперники, впрочем, очень приличные, не только Юдзуру Ханью, есть также еще и Найтан Чен, которого, как я успел заметить, возле бортика вновь сопровождает Рафаэль Арутюнян. Помните, была такая передача «Вокруг смеха», и там периодически была рубрика «Что бы это значило». Так вот, что бы это значило, что вновь Рафаэль Арутюнян рядом с Нейтаном Ченом. Пока не будем гадать, пока посмотрим на оценки Михаила Калиды. Рядом с ним Валентина Чеботарева. Оценки следующие. 78-18. От этого будем отталкиваться. The score for his short program is 78.18.